видеть сегодня всех здесь. Хотелось бы передать вам Божьего благословения от правящего нашего Владыки и сказать о том, что игра должна быть честной, игра должна быть справедливой. И пусть Господь вам воздаст по вашим знаниям. Четвертую серию игр «Что, где, когда» епархиального уровня объявляю открытым. Вопрос номер 38. И что с ним сделали? Перехватывает его, побеждает и делает его из его черепа чашу, которую опоясывает золотым ободом. Внимание, правильный ответ, чашу. С рассказа о чем начинается повесть временных лет? Начинается все с... Русские представляются летописцем как потомки Иофета, одного из сыновей Ноя. В самом начале повествования приводится для княжения и оставления династии Рюриковичей на Руси. Всех трех братьев на полян нападают хазары и требуют дань. К своим людям и главным и рассказывает им, что как преподнесли этот ответ, то есть мечами. И тогда их главный человек хазар говорит, что видно то воля Божья, и лучше нам, лучше нам это не вмешиваться, можно так назвать. И после чего поляне получали дань от хазар. Вот. Внимание, правильный ответ. Вопрос номер 28. Имя. Имя этого князя Игорь. Он со своим войском отправился к древлянам, наложил большую дань, затем войско отправилось назад домой, а он сказал, что подождите меня, я скоро вернусь. Затем он вернулся, попросил еще больше дань, на что они, посоветовавшись, решили, что если мы его сейчас не убьем, то... Вопрос номер 11. С 852 года первая дата. Итак, внимание, правильный ответ. Датированные статьи начинаются с 852 года. Вопрос. Летопись охватывает период библейских времен до 1117 года, но в другом источнике говорится, что до 1137. Внимание, правильный ответ. Летопись охватывает период с библейских времен. Что вот на этом месте возникнет великий град. Внимание, вопрос. Пожалуйста, пустите молчать. Вопрос номер 42. Thank you.
князя древлян мало, и что она сделала? Она сожгла в итоге город, столицу древлян. Но до этого, естественно, она к ней приходила делегация, она первую делегацию убила, затем вторую делегацию также перебили, и потом третий раз она спросила, решила осадить город, ну, столицу, это их искрости, и попросила с них дать всего лишь, скажем, дома по воробью, по три воробья и по три голубя. Затем она привязала к ним труд, и вечером выпустили этих воробьев и голубей, они пришли домой, и мы их сожгли. Это наш полный ответ? Да. Первый раз княгиня отказалась стать женой правителя, но только со стороны, и обращается к варяжскому племени русов. Как называется часть повести временных лет?
Досрочный ответ. А название русской земли? Итак. Есть еще варианты? Давайте о призвании князя Рюрика. Внимание, правильный ответ. Откуда пошло в названии «Земля русская», датируемая 852-862 годом? Ответ, к сожалению, не полный. Из Царьграда Кий приходит к Дунаю. Ему нравится, пока не убьют его. Так древляне объясняли свои действия. Внимание, вопрос. О ком идет речь? Василий был первый! Речь идет о князе Игоре. Внимание, правильный ответ. Если повадился волк ковцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так древляне объясняли свои действия, и говорили они о князе Игоре. Это правильный ответ. Внимание, вопрос. Что составляет основную часть? Это жития святых, описание жизни великих князей, потом описание крещения Руси, потом разные сказания, и описание военных походов и войн. И описываются походы князей на те или иные земли, то есть военные действия. Итак, внимание, правильный ответ. Суммировались с теми ответами команд в предварительных этапах. За активное участие награждается команда ПМК «Калибри». Можно сказать, что капитаны вытаскивали свои команды. Спасибо. За активное участие и за очень шумное и бурное. Очень шумные и бурные болельщики. Да, молодая гвардия, пожалуйста, возьмите. Педагогический колледж. За активное участие награждается команда медицинского колледжа. Так, и вот это. Команда ВГЛТУ. Вот, но мы вам грамоту отдадим. Вот. Так, значит, сейчас места распределились у нас таким образом. Третье место занимает команда ПМК «Пилигрим». Упорнейший в борьбе двух капитанов, но все-таки уже, наверное, традиционное какое-то. Второй год подряд второе место занимает ПМК «Ставрос». И первое место, и «Сова» переходит у нас в ВГСПУ. Вот что значит капитаны.